Развитие рынка страхования Узбекистана и, в частности, проблемы и аспекты, препятствующие его улучшению, обсудили в Банковской финансовой академии. Не обошлось и без поднятия вопроса о возмещении убытков, возникающих в результате природных стихий. К примеру, отмечалось, что Узагра Сугурта компенсировала расходы, возникшие в Бухарской области, почти на 2,5 миллиарда сумов. В результате сильных ветров и дождей в Бухарской, Новоиской и Кашкадаринской областях и прорыва дамбы Сардабинского водохранилища 1 мая этого года. Дома, теплицы, сельское хозяйство и многие объекты инфраструктуры были серьезно повреждены. В связи с этим страховым компаниям было поручено осуществлять свои платежи только через страховые взносы. Узагра Сугурта возместила расходы, возникшие в связи с губительным действием на имущество и посевы стихийных бедствий, таких как град, наводнения, оползни, вызванные потопами и так далее. В Бухарской области, к примеру, выплачено страховое возмещение расходов в связи со стихийным бедствием почти на 2,5 миллиарда сумов. Также выплачено свыше 100 миллионов субъектам предпринимательства и рыболовства, находящимся в Мирзаабадском, Акалтынском и Сардабинском районах Сардаринской области, потерпевшим убытки в результате прорыва плотины на Сардабинском водохранилище. Страховой компании созданы рабочие группы, осуществляющие контроль и надзор за своевременной выплатой страховых возмещений. По телевидению был виден жилой массив из 100 новых коттеджей. И 44 коттеджа из этого жилого массива были застрахованы в нашей компании. И в настоящее время компания уже зарезервировала определенные средства, ну, не секрет, это порядка 3-4 миллиардов, которые мы планируем направить на уплату компенсации ущерба пострадавшим. Также один из ключевых моментов в данное время связан с тем, что получателем средств, выгодоприобретателем по этим договорам является банк. Естественно, все вопросы, связанные с выплатой возмещения, будут решаться непосредственно только через банк. 1383 договора страхования было заключено в Акалтынском, Мирзаабадском и Сардабинском районах Сардаринской области, 839 из которых страхование имущества отмечалось на мероприятии. Субъектами хозяйствования заключено 365 договоров страхования. И за короткий срок за поврежденное имущество выплачены страховые премии в размере 882,5 миллионов сумм. Из 474 договоров страхования, заключенных с гражданами, 212 страхование жилых домов. Все вышеперечисленные жилые дома были повреждены, и страховые компании работают над реализацией выплат. К нынешнему моменту населению выплачены страховые премии в размере 78,9 миллионов сумм. Заявки на страховые выплаты составили еще 2,5 миллиарда сумм.